И всем привет, с вами Катана, и сегодня мы будем проходить наш паркур-карту. Так. Читы надо включить, а буст пампоинты делать на каждой новой этой штуке. А, ну, включены. Каждый был этому обруче делать спавн-поинт. Паук, уйди. Я тебя столкну. Хавах упал. Зомби на препятствие! Это опасно. Так, поставим. Так, все поставили. Иди сюда. На! Шел. А если тут танцы будет? Там скелет, в алмаз. Ой. Золотишки. Так, ставим. Вы сейчас, наверное, возьмете, выключите видео, что я спаунпоинт. Вот давайте, потому что это невозможно так проходить. Вот видите, так бы, киньте самое, там в конце какое-нибудь препятствие будет, к примеру, там. А я не с такой возьму, прыгну и все. И придется все заново. Потому что санцы. И сейчас бы меня просто мобы бы убивали, и я бы не смог это проходить бы. Так, спавн. И прыгаем туда. Сюда прыгнули. Прыжок, прыжок, прыжок. Нет! Вот видите, для чего это я делаю? Читану. Читок я. Да ну нафиг! Кто читер? Кто читерил сейчас? Меня бог Майнкрафта. Так сделал. Скоро пройду эту карту. Вот видите, зачем я это сделал? Чтобы эти засранцы не стреляли. Сейчас я просто мирную сделаю. Мирную. Чё, теперь этих засранцев нету. Тут взяли стрелять в меня. Прыгаю, я стреляю. Так бы я был, допрыгнул такой. Такой прыгаю. Рысь. Рысь. И дынчего бы туда. Бездну. Это есть Спарта, дынчего спартанул бы. Я раньше думал, что он там конец, а не там, он там конец. Я думал, отсюда надо туда, и там три блока. Легко. Сюда раз. Два, три, четыре. Вон четыре, вон. Читаки тогда нас читом. С читами тут. Спавн. Ставите эти кольца, чтобы спаунпоинты делать. А по коврикам, видите, ночью играю и не видно, куда прыгать. Вообще еще хардкорный. Я смог. А, как сделать, чтобы выиграть? Сразу сюда уже прыгать. А не, кстати, он там конец. Нет, тут конец. Куда мне идти? Туда? Или туда? Ну давайте сюда пройдем. Давайте только тут спавн поинт поставим. Ну, вот тут. Ой, я плохо поставил, криво. Так бы я бы падал и падал. Все это мы, значит, пройдем. А то видео быстро закончится.
Все. Ладно, шли. Давайте обратно. Просто быстро так видос кончится. Нет! Зато прошли. Паркур. Да ну нафиг, ну на, сейчас ускорение. Вот. Моя кошка сидит. Да блин! Видите, про что, если криво поставить? Чужок. Сейчас прямо разбег. О, вот так. Так. О, я смог! Я раньше не думал, что я такой паркурист. Так, и прыж... Нет! Да почему? Прыжок. О, видели, просто вот такой раз... Нет! Почему? Как пройти карту за 7 минут? Прыжок. 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 Я тоже потом паркур-карту построю. Для моих друзей. Я буду ржать, как они будут проходить. Ну, я, конечно, сам буду проходить. Прыжок! Да! Я смог. Теперь я могу взять вещички. Ничего интересного нет. Как пройти карту очень быстро? Сейчас я вам покажу. Да будете знать, как такую легкую карту делать. Правда, легкая. Смысл мне ее проходить? Она такая легкая. Так. Это застраиваем. Встраиваем. Все! Такие, да, чура, мы выиграли. Прыгаем, 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 прыгаем. Прыгаем, прыгаем. О, можно, знаете, как прыгал просто красную такую платформу построить вместо ковра такой. Убрать свой блок, красный шар спасает, такой прыгает. Ура! Дынч падает, и все заново проходит. А тут он уже не может, потому что тут красное. Так, столбы. А, играем в столбы! Добыли только шерсть, у меня выше всех столб. Уху! А, тут... Ау. Так, вот так. А, просто вот так. Брат, как будут прыгать? Вот тут. Как испортить карту? Сколько прыгает? Уи! Летел. Такой сюда прыгнет. И... А, это крест. Блин, плохо говорю. Так, это табличка. Люминации! Ребят, что за люминация? А, факт о Майнкрафте. Таблички могут таблички иллюминаты. Что за фигня? Что за факт? Это тоже будут лимитировать? Да ну нафиг, под ней даже блоков нету. А теперь мы просто берем, так, заходим и берем мои любимые моды, мои любимые блоки. Это динамит и зажигалка. Сначала я тут все подпалю, спавн подпалю.
Слава, ну вот эти блоки тут не сгорят. Так, это тоже. Все пусть горит. Тут много динамитика. Тут тоже. Как пройти карту за 5 секунд? Взорвать ее. Летел прямо. Это поджгем. А тут все поджечь. Это трудней. Это трудней про. Это вообще труднее, чем проходить. Там скажу. Этой картой ничего не останется. Я никогда ничего не останусь. Я всеми так картами поступляю. Если вы мне, ребята, если я найду такие же легкие карты, так что я их просто спалю. Это я взорву, это тоже тынч-тынч. Просто мне легкие не нужны карты, я их быстро тут пройду. И взорву особенно. Так, сделаем эту подушку. Блок остался. Просто надо я тут все спалю. Поэтому не надо такие легкие карты строить. Я тут возьму и все спалю. Так что стройте мне большие карты. Я их просто возьму и спалю. Чё они не нагорели? Нагорай, пусть все будет догорать. Чё все не догорает? Так это еще. Так это тоже. Все быстро все сгорает. Видите, вот так. Сюда мы вообще динамит вот тут заправим. В космос! Офигеть! Как мы в космос улетели. Бедная карта. Бедная карта. Придется этот столб взорвать еще. Так, тут так. Это подождем. И ТНТ особенно. И вот так. Fuck, motherfucking bitch. Fuck, motherfucking bitch. Тьфу. Спавна просто нет. Спавн мы разрушили. Если вам понравился видос, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. На канал. Пожалуйста, пишите комментарии.